58-й международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» продолжит вечер с русским оркестром, посвященный творчеству легенд советской эстрады Леонида Утесова и Петра Лещенко. На концерте выступит сводный оркестр из 100 музыкантов. В него войдут Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов, муниципальный оркестр русских народных инструментов из Сызрани и оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Артема Белова. Замечательные два коллектива, с которыми у нас долгие партнерские отношения. В частности, мы выезжали к ним на гастроли с нашим коллективом. И теперь в рамках вот такого обменного тура они приезжают к нам и участвуют в нашей грандиозной, я считаю, программе. Знаменитые шлягеры из репертуара Леонида Утесова и Петра Лещенко исполнит известный петербургский баритон Сергей Зыков, уже полюбившийся ульяновской публике. Он обладатель гран-при двух престижных в России конкурсов «Весна романса» и «Романсиада». Певец покоряет сердца слушателей красотой голоса и высоким вокальным мастерством. Это целый пласт музыки, на котором, собственно, можно сказать, формировалась новая советская эпоха музыкальная. И, конечно, это очень интересно наблюдать за этим, смотреть за этим. И интересно вообще, как бы, ну, с такой даже творческой точки зрения, как Лещенко и Утесов отличались друг от друга. Да? То есть у них очень часто пересекался репертуар, например, тот же самый у Самовара, да? То есть пел и Лещенко, и Утесов, и как по-разному они это все исполняли. Также в концерте примут участие ульяновские солисты Елена Рождественская и Мария Сахнова. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.